найти ту область задач, которые рефлекторные программы просто ничего не умеют. Так, значит, существует классическая проблема, известная еще с античности, а потом средневековые схоласты ее подхватили. Берем следующую модельную ситуацию. У нас есть осел. Который стоит на абсолютно одинаковом расстоянии от двух стопов. Расстояние между ослом и стогами померили со всей возможной точностью. Считаем, что расстояние совершенно одинаковое. Вопрос, что дальше будет делать осел, если он управляется исключительно рефлекторной программой? И чем дело кончится? Осел умрет от голода. По какой причине? А у вас мощность сигнала, идущего с одной стороны, равна мощности сигнала, идущего с другой стороны. Все, привет, с кем зависло. Так? Значит, называется такая проблема, проблема буриданного осла. Проблема выбора. Когда есть несколько разных возможностей организации поведения, для того, чтобы сделать хоть что-нибудь, надо совершить выбор, что я делаю, а что я не делаю. Вот рефлекторные программы совершенно не умеют совершать выбор. Единственное, что они умеют. У рефлекторных программ есть свой табель о рангах. Есть старшая программа, есть программа, которая помладше, и есть младшая местная программа. Если уж включилась старшая, то она отключит всю мелочь. Ну, старшая программа, как и старшинство определяется, самое важное для вашего выживания, для сохранения жизни. Ну, в частности, программа ориентировочного рефлекса является одной из старших, потому что настраивает вашу систему органов на восприятие новых стимулов, а именно новые стимулы, так, могут быть источниками действительно актуальной информации. Самая важная информация – это изменяющаяся информация. А все остальное – все неизменные сигналы. Система просто сносит в кратковременную память, она их перестает учитывать. В результате вот на эту матрицу уже принятая информация, просто будут накладываться новые изменяемые детали. Так? Вот так, собственно, и формируется наша картинка мира. Да, прошу вас, у вас вопрос? Ориентировочный рефлекс работает, включается в ответ на любое изменение сигнала, причем какого угодно сигнала. Если изменился, там, я не знаю, характер звука, вы могли это на себе отмечать очень хорошо. Входили ли вы когда-нибудь в комнату, где громко тикают часы? Если с вами это когда-нибудь было, вот когда вы входите, вы слышите этот звук, тикающие часы? Хорошо, теперь вы в комнате некоторое время побыли. Вы слышите этот звук? Не, а вы перестали его слышать. Вот если вам сказать, а вот обратите внимание, часы-то тикают, вы опять услышите, а потом опять отключится восприятие этого звука. Почему? А это повторяющая система сигнала. Ее убрали, ее вынесли за скобки. Так? Значит, а когда сигнал меняется, значит, это вызывает необходимость немедленного исследования этого сигнала. Еще раз, мы это дело уже разбирали, но поскольку тема важна, еще раз делаем. Значит, представьте себе, что я вот так вот стою, а вокруг меня ничего нового не происходит вообще. Значит, ни одного нового видимого сигнала, ни одного нового слышимого сигнала, ни одного нового запаха, вообще никаких новых сигналов. Скажите, пожалуйста, с какой вероятностью я в следующий момент пообедаю? С нулевой вероятностью. В данный момент передо мной нет еды. Для того, чтобы я мог начать есть, что должно произойти? Должна появиться еда, а это значит, изменения произойдут в том, что вокруг меня происходит? Да. Отлично. Хорошо. Теперь возвращаем вот этот мир без изменений. Я в мире без изменений. С какой вероятностью я в следующий момент получу по шее? С нулевой. С нулевой.
в данный момент рядом со мной нет агрессора. Так, прежде чем ко мне будет применено физическое воздействие, что-то должно измениться в мире. Возникнут новые сигналы? Возникнут. Ну хорошо, а с какой вероятностью я в следующий момент, вот я в неизменном мире, так, значит, могу заняться любовью? С нулевой. Нет нового партнера, нет подходящей ситуации. Я не случайно взял эти три примера. Это три самые важные сферы поведения для любого живого существа. Это питание, это защита и это размножение. На самом деле можно взять любые другие сферы. Если мир вокруг вас не изменен, так, в любой сфере вашего поведения может ли в следующий момент произойти что-нибудь важное? Нет. Нет, не может. Если с вами сейчас ничего не происходит, а в мире ничего не изменилось, это значит, что и в следующий момент с вами ничего не произойдет. Поэтому какая информация считается в рамках нервной системы любого живого существа самой важной? Имеет приоритет ноль. Сверхприоритет. Какая информация? Разумеется. Да, любое изменение информации. Значит, постоянный сигнал я уже воспринял, со мной ничего не случилось. Так? А переменный сигнал надо изучить? Да. Надо. А вдруг это сигнал о том, что там вкусная еда? А я его пропустил, кто-нибудь другой первым прибежал. Так? А если я его вовремя изучил, все нормально. А вдруг это сигнал о приближении агрессора? И если я вовремя не удрал или не приготовился к бою, то я проиграю. Так что в первую очередь изучаются, конечно, любые изменения сигналов. Так? И вот этот рефлекс, называется он ориентировочный рефлекс, является одним из старших. Он способен отключать все более младшие программы. Пока не исследовано новое, мы с вами мелкими делами не занимаемся. Вот исследуем новое, тогда можно возвращаться к обычной жизни. Так? Хорошо. Но вот дело в том, что кроме вот этой иерархии рефлексов, кто старше, кто младше, как-то иначе строить выбор рефлекторной системы просто не умеет. Хорошо. А тогда возвращаемся к проблеме буриданного осла. Вот он, бедняга, завис между стогами, должен умереть голодной смертью. Скажите, а любой реальный осел про эту логическую сложность знает или не знает? Нет. Ну и как он себя поведет? Если это нормальный осел, значит, он подойдет в произвольном совершенно порядке. Сначала слопает один стог, потом развернется и спокойно слопает другой стог. Совершенно не заморачиваясь какими-то там логическими сложностями. Стоп. А теперь попробуем разобраться, какой блок надо ставить в систему регуляции поведения, да, для того, чтобы отрегулировать такое поведение. Смотрите, ведь рефлекс как работает. Есть сигнал, причем строго определенный сигнал. Да? Система обрабатывает сигнал, и у нас есть ответная реакция. В данном случае, вот, при проблеме выбора, значит, можно ли действовать по такой схеме? Сигнал-то с одинаковой силой слева и справа идут. Так? Можно ли отдать предпочтение повороту налево или направо? Но если вас с одинаковой силой толкают и туда, и туда, нет, вы должны зависнуть. Какой блок надо выводить для того, чтобы все-таки выйти из этого тупика? Думайте, ребят, думайте, не бояться высказать свою точку зрения. Возможно. Только не... Ну, может быть, надо только один сигнал одного типа, но они одинаковые. Один сигнал одного типа изучать хорошо. А как будете выбирать, какой, левый или правый? Ведь это же самое главное. Кого отключать будем? У кого какие предложения? Итак, задача совершенно симметричным выбором. Чтобы выпасть из этой тупиковой ситуации, как будем принимать решение в первый момент времени? Прошу вас. В том-то и дело, совершенно произвольно, то есть абсолютно случайно.
Или, как иногда говорят в математике программирования, рандомно. Так, рандомный выбор, случайный. Обратите внимание, кажется, вроде какая-то бредовая вещь. Как же можно регуляцию поведения отдавать на волю случая? Давайте смотрим, что при этом произойдет. Если у нас встроен в мозг генератор случайных чисел, который просто выбрасывает с определенной частотой абсолютно случайные решения, то мы получаем такую штуку. Значит, осел завис в этой ситуации, а генератор ему сказал, поворачивай сюда, направо. Осел просто повернул голову направо. Скажите, пожалуйста, теперь расстояние от органов чувств осла до стога осталось одинаковым или изменилось? Да, изменилось. Изменилось. Вот теперь можно включать рефлекторную программу? Ради бога. Вы вышли из тупика. Как только вы сделали первый выбор на основе случайного решения, так, дальше программа уже может работать. Дальше можно, ради бога, уже идти там рефлекторно ни о чем не думая, оживать и там подобное. Хорошо. Значит, вот такая странная штука. А теперь давайте подумаем. Вот эта способность к выбору при... Да, кстати, как можно было вот такие упертые математики, упертые физики, сейчас у нас нанотехнологии во все развиваются, вот мы переходим на наноуровень, да, как вообще можно было бы постараться решить эту проблему без всякого рандомного блока? Если вам доступна точность измерения, вот я уж не знаю, там, до диаметра атома, да. Ну, определите, где количество сена больше. Да, конечно, осел стоит изо всех сил локцирует окружающий мир. Значит, с точностью до амстрева, с точностью до малюсенькой доли миллиметра высчитывается расстояние между стогами, прикидывается объем сена, зная удельный вес, рассчитывается масса сена. То есть осел стоит и решает свои практически важные ослиные программы. Да? Значит, ну, во-первых, прикиньте, какая вычислительная мощность должна быть затрачена на решение этой программы. А какой минеральный состав? И минеральный состав обсчитывается. Вообще все обсчитывается на этом. Да? Значит, а при внесении одного простого блока случайного выбора у вас необходимость в таком сверхточном анализе отпадает на ноль. Просто. Значит. Ну теперь дальше смотрим. А дальше у нас оказывается ведь вот какая вещь. Дальше нам совершенно необходимо вспомнить про то, что такое условные рефлексы, в частности, условные рефлексы первого порядка и старших порядков. Да? Значит, безусловные рефлексы – это система, срабатывающая так. Вот у вас есть некоторый рецептор, принимает сигнал, дальше встроенный программный центр, который передает сигнал на мотонейроны, а с них уже управляющее воздействие на мышцу или железу. Так? Значит, это если не брать обратную регуляцию в рамках рефлекторного кольца, то вот у нас такая рефлекторная дуга управления. Сигнал управляет данной реакцией. Все славно. Ну а теперь классическая собачка Павлова. Значит, что мы делаем? Вот этот рецептор, который может запустить рефлексию на отделение, находится на языке. Это хеморецептор. Он дает сигнал в том случае, если пища попала в рот. Отлично. Сигнал прошел, попал в слюноотделительный центр. Слюноотделительный центр отдал команду нейронам, управляющим железой, и в ротовой полость собаки пошла слюна. Все сложно. А теперь, если перед каждым кормлением в экспериментальной лаборатории зажигается лампочка. Отлично. Где-то там зажглась лампочка. Рецепторы языка могут реагировать на лампочку? Нет. Никак.
реагировать будут совершенно другие рецепторы, база подрецепторы. У них свой центр, зрительный центр коры больших полушарий. Да? Хорошо. Один раз возникла ситуация, когда параллельно оказались возбуждены вот эти два центра. Лампочка горит, собака ест. Хорошо. В это же время на собаку воздействуют самые разные другие случайные сигналы. Да, разумеется, море самых разных других сигналов. По улице трамвай идет. Да. Так, у соседей внизу подгорели котлеты. Да. У соседей вверху вечеринка. То есть огромное количество совершенно разных сигналов падает на собаку. Отлично. И они воспринимаются ее органами чувств. Теперь приводим собаку в следующий раз в комнату. Опять зажигаем лампочку, так, и даем пищу. Скажите, с какой вероятностью именно в этот момент по улице едет трамвай? С маской. С какой вероятностью у соседей внизу продолжают гореть котлеты? С какой вероятностью соседи сверху продолжают отплясывать под ту же самую мелодию? Значит, в результате весь остальной фон сигналов изменится, да? А вот этот сигнал, горящая лампочка, да, принимается одновременно с срабатыванием биологически важного. Меня кормят. Третий раз, опять же, кормим, лампочка зажжена. Совпадение во времени в активации этих двух центров. Так, на пятый, седьмой раз что произойдет? А замкнется вот такая связь. Теперь систему можно привести в действие не только непосредственным кормлением, а предваряющим сигналом вот этим. Потому что вот она дорожка, по которой слюноотделение будет активировано. Так. Хорошо, теперь кто может объяснить, какие преимущества дает, зачем это надо? Приобретенная рефлексия. Не врожденная, а вот заново, вот этой связи ведь не было. Ее построили в ходе данного эксперимента. Прошу. Не нашли ему слова. Да, разумеется. Преимущество реагирования во времени. Ну-ка давайте с вами подумаем. Мы с вами, люди, владеем ли даром предвидения? Абсолютно все, и не только люди, а начиная с улитки или там, я не знаю, дождевого червяка. Скажите, пожалуйста, вы идете по улице, из-за угла вышел мужик и показывает вам кулак. Вас уже бьют или еще не бьют? Еще не бьют, тем не менее, что вы сделаете? А с какого перепуга? Ведь непосредственного воздействия на вас не оказано. Вы можете предвидеть возможный вариант развития ситуации? Да, конечно. Так? Значит, на самом деле, откуда берется вот такое предвидение вариантов развития ситуации? Как раз это срабатывают вот эти связи, которые в течение вашей жизни создавались между одновременной активации жизненно важного центра и каким-нибудь событием, которое происходило регулярно при активации этого жизненно важного. Так, в этом случае вот такой сигнал первоначально, ну, никакого отношения не имеющего, так, превращается в сигнал о скором наступлении важного события. В результате любой маломальски сложный организм получает возможность учиться, расширять базу данных, так, используя которых он регулирует свое поведение. И вот пока организм работает только на уровне безусловных рефлексов, может ли у него быть хоть какая-нибудь проблема выбора? Он выбирать умеет? Нет. Он совершенно не умеет выбирать. Ну, вроде как, я не знаю, там турникет в метро. Имеет ли выбор, пропустить вас или не пропустить? Если уж вы приложили метровскую карточку, что он сделает? Он, если не сломан, однозначно вас пропустит. Никакого выбора у него нет, он так устроен. Так создана эта программа. Так, система врожденных рефлексов не имеет выбора. А вот система приобретенных, здесь мы получаем интересную штуку. Значит,
Скажи, пожалуйста, вот это ядро древнего слюноотделительного рефлекса. Слюноотделительный – это один из первых рефлексов, которые срабатывают при начале пищеварения. Сначала выделяется слюна, потом желудочный сок, потом кишечный сок и желчь и так далее. Это все компоненты, необходимые для переваривания пищи. Так? Врожденная программа, так же как у собачки Павлова, у нас настроена на вкус пищи, которая попала в рот. Но уже в возрасте 1 год, так, человеческий детеныш, совершенно как собачка Павлова, учится реагировать на самые разные сигналы о том, что скоро будут кормить. Ну и на какие сигналы мы учимся с вами реагировать, какими условными рефлексами мы обрастаем. Хорошо? Тогда зовут на кухню. Зовут на кухню, отлично. Есть такое дело. Еще? Унюхали вкусный запах. Запах. Конечно, запах пищи, который в течение всей жизни сопровождает вашу еду. Вопрос. А почему же тогда врожденную программу нельзя настраивать в ответ на запах пищи? Почему именно на вкус? Ну, потому что в наше время не заменить без запах. Ой, да нет, ребята, рефлекторные системы слагаются не в наше время. А люди появились на Земле не тогда, когда появился интернет, а слегка пораньше. Так? Значит, какие ваши идеи, прошу? Ну, просто если мы реагируем на запах, то не факт, что запах – это пища, которую мы можем достать. Разумеется. Помните, после выделения слюны какой пищеварительный сок выделяется? Желудочный сок, а если он начал выделяться в большом объеме, в пустом желудке. То есть систему вы активировали, а еды нет. Задача желудочного сока какая? Переваривать. Что он будет переваривать? Ну, на самом деле, там сложная система защиты, но в любом случае напрягает систему на пустой желудок, занятие крайне нездоровое. Теперь, допустим, я кончил здесь лекцию и приду себе домой куда-то. А я сегодня не завтракал, не обедал. И прохожу мимо какой-нибудь ресторации, ну типа, я не знаю, там Муму или Дрова еще лучше. В ресторации Дрова в качестве рекламы в окне обычно выставлена жаровня, на которой жарится вот такой окорок. Идешь по улице, видно все, а запах, ну вот отлично, иду я по улице, а денег у меня нет. Запах, значит. Значит ли это, что я немедленно начну кого-нибудь переваривать? Нет, никак не значит. Никак не значит. А вот если у меня уже во рту пища, то черт из два отберешь, я не отдам. Вот в этом случае я действительно буду переваривать. Поэтому первичная рецепция, конечно, от вкусовых рецепторов идет. Запаховая обонятельная рецепция – это уже сигналы, это уже приобретенные, а не врожденные рефлексы. Плюс к этому, вас позвали на кухню, а еще какими рефлексами вы обросли? Видите еду. Видим еду, отлично. Допустим, закрыли все форточки в ресторации Дрова, запаха этого окорока я не чувствую, но я ему гада вижу. Этого уже достаточно вполне. То есть, вполне себе зрительное. Еще? Хотите, я вам опишу, как я готовлю чихагбиля? Да? Или шашлык? Значит, не буду делать. Меня потом винят в садизме, потому что половина из вас захлебнется слюной. Когда я опишу, как готовится соус, как подрумянивается и до какой степени прожаривается каждый кусочек. То есть в данном случае у вас ведь нет ни запаха, ни вкуса. Так? А что вы получаете? Словесное описание. И тем не менее, вполне оказывается сигнальная система, которая может включить это хозяйство. Да? Да. Временное, уже привыкли. Да, люди, которые согласно медицинским рекомендациям ведут правильный образ жизни. В частности, едят строго определенное время. Так? Что с ним происходит? Если они попадают в какую-то другую ситуацию, их вовремя не покормили. В это время... Им даже не надо на часы смотреть. Их тело само отлично будет знать,
когда надо что выделять и когда что делать. Да? То есть условный рефлекс на время кормления. Вот смотрите, мы обросли целой грудой возможных сигналов, которые предваряют кормление. Так? Хорошо. А ситуация возможных неприятностей, чисто физических. Ну, мы все рождаемся с врожденным болевым рефлексом. Болевой рефлекс – это такая машинка, которая срабатывает в ответ на разрушение участка тела. Так? Ну, если участок тела, неважно каким воздействием разрушен, то там активируются рецепторы, которые гонят сигнал в центр болевой чувствительности, и что в первую очередь делает наше тело? Убрать себя из той точки пространства, где его разрушили. Вот я взял и наступил на гвоздь, там, на кнопку. Так, мою пятку в этой точке земли разрушают. Как сработает болевой рефлекс? Что я тут же делаю? Отдернул ногу. В первую очередь убрать тело из той точки пространства, где его разрушили. Ну а дальше уже по обстоятельствам будет действовать. Хорошо. Ну это, то есть болевой рефлекс, защитный рефлекс срабатывает в первую очередь на сигнал боли. К возрасту 2-3 года какой системой вот этих сигналов обрастать должна вообще, хорошо, чтобы обрастала система болевого рефлекса? Вот, к сожалению, в нашем городском сообществе, когда стремятся о безопасности людей, особенно детей, с огромной силой, так, значит, вот эта система начинает давать сбои. Не складывается у вас программа безусловных рефлексов, которые способны защитить вас от будущих неприятностей. По какой причине? Да по очень простой причине. Вы живете в настолько защищенном мире, что очень редко испытываете по-настоящему боль. Очень редко, если вообще когда-либо испытывали, то испытываете голод. Очень редко испытываете настоящую жажду. Так? А ведь рефлексы рефлекторной машинки, они просто не могут складываться, если у нас не задействуются жизненно важные центры. В результате, в той ситуации, знаете, есть такая русская поговорка, за одного битого двух небитых дают. В той ситуации, который человек, у которого есть соответствующий жизненный опыт, ни секунды не тратит на размышления, у него срабатывают автоматические программы защиты. Они созданы им. Так? Вы будете вынуждены размышлять, думать, решать внутри себя сложные задачи, ориентируясь на привычную для вас ситуацию. Так? Так что за все хорошенькое приходится платить. В данном случае за высокую степень безопасности, которая несомненный плюс городской жизни. Расплачиваемся чем? Расплачиваемся очень низкой степенью приспособленности к жизни в реальном мире. Выйдя за пределы городской защищенности и оказываешься совершенно беспомощным. То есть не понимая, что на самом деле делать можно, а чего делать нельзя, не потому что взрослые не велят, а потому что это элементарно больно, элементарно опасно, и так далее, и так далее. Опыта нет. А вообще-то система болевого рефлекса, конечно, у нормальных людей обрастает огромным количеством предваряющих сигналов. У вас это в основном словесные сигналы, которые всегда будут начинаться со слов «не делай» или наоборот «делай». Но дело в том, что это очень слабое подкрепление. Даже если вы изо всех сил верите взрослым, которые вам это говорят, значит, вот эта связь не приобретает абсолютно характер. Она идет не от рефлекторных центров, а вон оттуда, от коры. Совершенно другой уровень регуляции. Хорошо. Итак, центр каждой системы, регулирующей жизненно важные вещи, оброс своей системой сигналов. Вот такой. А дальше. Кто помнит, что такое условные рефлексы старшего порядка? Прошу вас. Это условные рефлексы, которые важнее, чем другие. Не так. Для условных рефлексов это не сработает. Это для безусловных рефлексов, вот такая классификация по уровням,
Здесь не говорят о порядках, здесь говорят о уровне. А вот с условными рефлексами старших порядков здесь ситуация другая. Прошу вас. Условные рефлексы старшего порядка – это когда организм, какое-то существо вырабатывает рефлекс на сигнал, который ведет к сигналу после которого… Отлично, отлично, совершенно верно. Возвращаемся к экспериментам Павлова. В экспериментах Павлова лампочка превратилась в сигнал окормления. Ну и вот в лаборатории Павлова исследовали эту реакцию, но через некоторое время ученики Павлова стали жаловаться на собак, что собаки играют не по правилам. Значит, приходят ученые, только располагаются к эксперименту, еще лампочку не включал, а у собаки уже пошла слюна. Что за безобразие? Сигнала нет, слюна уже пошла. Как объяснять вам? Ну, прошу. Он услышал, что ученый пришел, сел. Ага. Собака же не дура. Она видит, что каждый раз лампочка загорается когда? Когда приходит определенный человек, начинает возиться, и потом загорается лампочка. В результате что оказывается? Оказывается, вот какая вещь. Со временем складывается система, воспринимающая сигнал по сигналу. Так вид ученого превратился в сигнал о том, что будет зажигаться лампочка, а лампочка сама является сигналом для слюноотделения. Вот это рефлекс второго порядка. Вот эта связь, обратите внимание, вот это жизненно важное действие. Первый порядок – это когда связь между сигналом и жизненно важным. А второй порядок – связь сигнала о сигнале, не о жизненно важном. Что дает второй порядок? Возможность образовать второго порядка условных связей. Попробуйте в терминах предвидения поработать. Что с возможностью предвосхитить ситуацию? Еще больше безопаснее своей личности. Ага. Смотрите, в чем дело. Мы получаем дополнительный запас во времени. Мы теперь можем ориентироваться не только на эти сигналы, но и на те сигналы, которые предваряют появление вот этих. В результате мы получили бонус по времени, а значит, заранее готовимся к наступлению биологически важной ситуации. Так, по идее, выгод огромное количество. Но возникает очень сложная ситуация. Значит, у нас же с вами масса потребностей, в том числе и чисто биологических. Есть нам надо, пить нам надо, спать нам надо. Мы любим находиться в комфортном положении, ну, то есть, чтобы телу было удобно. Так, комфорт – одна из физиологических потребностей наших. Плюс к этому в сортир ходить надо, боли избегать надо, ну и так далее. У нас очень много биологических потребностей. И смотрите, какую сложную ситуацию мы получаем, когда захотели предвидеть возможное поведение на большое время. Скажите, какое количество разных сигналов нам надо одновременно обрабатывать? Много. Гигантское, не просто большое, гигантское. Скажите, при этой обработке возможно ли представить себе однозначность выбора? Ну, допустим, я одновременно хочу есть, это пойти налево, и, так, я не знаю, смотреть фильм, это пойти направо. Значит, ну и как я решать буду? Можно? Да. Чисто биологические потребности. Во всех случаях и всегда? Нет. Ну тогда мы мартышками остались. Если бы все подобные решения проходили исключительно в сторону чисто биологических потребностей. Значит, ясно, что в некоторых случаях у нас не только в сторону чистой элементарной биологии выбор идет. Да. Мы планируем, то есть... О, ура, произнесено дивное слово. Планируем. Значит, когда вообще возникает возможность говорить о каком-то планировании поведения? Что такое планирование поведения? Когда вы говорите, я думаю, что я сделаю так. Вы вставляете некоторый план. Что это значит? Хорошо, планирует ли шайба во время хоккейного матча, как она будет перемещаться по площадке? Нет. Нет. Пока
Чем определяется траектория перемещения шайбы? Хоккеистами, да. Значит, хоккеистами, во-первых, бортиками, во-вторых, и так далее. Значит, живой организм, который управляется исключительно рефлекторными программами, это та же самая шайба, что будет определять направление его активности. Стимул, какой человек? Какой человек? И люди бывают шайба. Вот полная шайба. Так? Понимаете? Если человек управляется тем, что захотела его левая пятка, то он ничем не отличается ни от кролика, ни от шайбы. Значит, рефлекторная программа как срабатывает? Есть стимул, есть реакция. Нет стимула? Нет реакции. Отлично. Берем живое существо, которое, поведение которого управляется чисто рефлексами. Так? Какая сила его будет гонять по поведенческому полю, как шайбу во время матча? Что его гонять будет? Очередность и характер стимулов, сигналов. Так? Управлять поведением этого человека задача даже технически легко решаемая. Значит, ему надо просто подсовывать в определенное время определенные стимулы. И он как миленький будет делать ровно то, что захотел оператор. Есть определенный стимул, есть определенная реакция. Нет стимула, нет реакции. На сочетание стимулов рассчитываем заранее заданную реакцию. Так? Не знаю, кто как. Лично я очень не люблю, чтобы мое поведение кто-либо программировал. Это вопрос, как бы сказать, который каждый решает для себя. Так? Но лично я считаю, что свобода выбора, свобода воли человека – это то немногое, что реально нам с вами принадлежит. Вот наше настоящее состояние. И брать, как ты его разменивать на, допустим, мелкие привилегии или, там, я не знаю, мелкие финансовые плюсы, но это крайне выгодная сделка, с моей точки зрения. Но еще раз говорю, такие вопросы каждый сам для себя решает. Значит, ну а теперь смотрим, если мы отказываемся от сценария шайба, если мы сами планируем свое поведение, стимулы оказались в одной комбинации, а я решил вести себя иначе и веду себя не согласно стимульному фону, а согласно своему решению. Я должен уметь принимать решения, несмотря на воздействующие сигналы. Какая система мне может помочь отключить систему воздействия внешних сигналов? А вот тот самый рандомный выбор на первом участке. Вспомните Буриданова осла. Вспомните Буриданова осла. Так? Теперь давайте подумаем. Этот термин уже обычно используют не физиологи, а психологи. Как называется способность человека и на самом деле других живых существ строить свое поведение не согласно стимульному фону, а согласно собственной сформированной внутренней программе? Неважно, какая это программа, случайная или как-то там более сложно развита. Вот как эта способность называется? Строить поведение не согласно стимульному фону, а согласно собственной сформированной внутренней программе. Слово вы это слышали. Только наверняка не задумывались на его значение. Воля это называется. Воля. Про силу воли слышали? Да. Ага. Хорошо. Говорят, что один человек обладает большой силой воли, второй слабой силой воли. Вопрос. Ну, предложите экспериментальную процедуру, в которых можно было бы померить силу воли в каких-либо физических единицах. Неважно, в системе Си, в системе ЦЖСК, какая для вас там привычка. Для тех, кто уже начал возиться с физикой, ну-ка давайте подумайте. Итак, составьте план эксперимента, в ходе которого можно было бы померить волю в
каких-то физических единицах. Подождите, по очереди уже начали отвечать. Опыт благодаря, то есть мы будем измерять совершенной работе. То есть. Совершенной работе. Тогда самой большой волей обладает коленный рефлекс. Потому что сколько раз вы нажали на точку под коленкой, ровно столько раз дернулась у вас нога, и работу можно совершать, бог знает какую. Там гирь привязал к ноге, она и будет дергать эту гирь сколько угодно. Прошу вас. Может быть, с помощью теплоты. Еще раз? Прижечь там какую-нибудь часть тела. Прижечь? Ну да, кто больше продержится. О, слушайте. А на самом деле первый интересный заход. Значит, смотрите, что мы сделали. Ну, зачем обязательно прижечь? Ну, какое-нибудь болевое воздействие. Я очень не люблю все эти примеры с болевыми воздействиями, но они просто проще всего доходят. Можно ли сравнивать физические параметры любых воздействий на организм? Ну, допустим, температуру тела, которую вы прижигаете, можно посчитать? Да. Можно ли посчитать давление, которое оказывается там иголкой на ваше тело? Да. Силу электрического разряда, если я подвел электроды. Ага, отлично. Все это можно посчитать. Отлично. И теперь, вот дальше самое главное, что вы предлагаете. Ну вот начали бы мучить человека или там животного, это очень плохо, ни в коем случае этого не делайте. Но тем не менее, что вы считать-то будете? Зачем вы это делаете? Сколько он продержался? Стоп, внимание. Давайте подумаем, что значит слова «он продержался». Прошу. Прежде чем заорал, я все скажу «отпустите». Ага, а когда он заорал, я все скажу «отпустите». Это что? Вот эта граница, это что такое? Болевой класс.